Привет всем зрителям канала Мыло. Сегодня я проведу для вас мастер-класс по приготовлению калийной пасты. Для этого нам понадобятся такие ингредиенты и инвентарь, как кокосовое масло твердое, едкий калий OH 100 грамм, мерные весы, посуда, перчатки, погружной блендер, маска для защиты и очки, а также масло персиковой косточки и консервант феноксиэтанол. Весила на весах 74,2 грамма воды и щелочи 51,8 грамм, а также 55 грамм кокосового масла и 220 грамм персикового масла. Теперь я буду подогревать масла до температуры около 50 градусов и растворять щелочь в воде. Я буду в воду насыпать щелочь и тщательно перемешивать. И затем, когда щелочь немного остынет, а масло подогреется, я буду соединять эти два раствора с помощью погружного блендера. Я подогрела масло и растворила щелочь в воде. Сейчас я буду вводить щелочь в масло и взбивать погружным блендером. Взбила мыло до получения следа. След — это когда после того, как вы проводите по мылу погружным блендером, он оставляет четкий и долго не пропадающий след. И теперь на 15 минут наше мыло нужно оставить. За это время оно должно расслоиться. И затем мы снова будем взбивать его до следа. И опять на 15 минут будем оставлять наше мыло. И снова взбивать через 15 минут до наступления следа. Это будет уже окончательная готовность мыла. Перед последним взбиванием я добавляю 20 капель феноксиэтанола для консервации. Я взбила пасту повторно. Как видите, теперь она стала однородной, у нее есть отчетливый след. Теперь я переложу пасту в герметичную баночку и оставлю на 3 недели созревать до состояния готового геля. И покажу вам, что получилось. Я делаю так как паста приготовлена холодным способом. Прошло около 2 недель, вот паста стала такой гелеобразной, она поменяла структуру. То есть она полностью омылилась и готова к применению. Спасибо всем зрителям канала Мылооб за просмотр и всем пока!